1 июля 2018 года белорусская интегрированная сервисно-расчетная система введет в эксплуатацию ID-карту, которая заменит белорусский паспорт, а также станет ключом доступом гражданина для получения различных видов электронных административных услуг. Об этом Белта сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков. С 1 июля ID-карта станет полноценным средством идентификации граждан. Мария Федюшкина из Могилева стала победительницей конкурса «Золотое перо Белой Руси-2017» в номинации «Журналистика 21 века». Конкурсантка стала лучшим автором исследовательского эссе о проблемах и тенденциях развития современных СМИ, а также их влиянии на мировоззрение молодежи. Традиционное мероприятие «Тропа здоровья», посвященное Дню пожилого человека, пройдет в Могилеве 3 октября. Для участников праздника будут подготовлены десятки станций, такие как дартс, броски в баскетбольное кольцо, рыбалка и хоккей, метание валенка на дальность и многое другое. «Тропа здоровья» пройдет на стадионе «Торпедо», начало в 10 часов. 23 сентября с 9 до 16 часов в 5-м микрорайоне пройдет районная ярмарка «Урожай-2017» с участием сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. Кроме продукции сельскохозяйственного производства, жителям микрорайона будет предложена кондитерская, рыбная и яичная продукция, а также постельные принадлежности. Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на info@tv2.by. Thank you.